начинается бой. Ходит первый чита. Ну, они тоже его порядком заколебали. Дырка. Пожалуй. Дырка. 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 Скандируют они. Дырка, дырка. Мы можем отойти, кстати, к ней и заманить. Опять прикидывать кубик. У кого-то точно. Может, у них не выпадет, да? У кого-то точно единица выпадет. Хорошо, чита тогда отходит ближе вот к последнему столику и, ну, готовится к бою, не знаю, как еще сказать. Явно ей не понравилось, ему не понравилось отношение Мараки к нему. Угу. С таким вот, да. Кот, искали зубки. К этому столику? Ну да, то есть поближе к дырке, то есть все-таки... Угу. По логике, заманить и скинуть их. Хорошо. Дальше Клим. Туда же. Только тогда вообще нам поближе. Мы как бы все еще дети, а они как бы взрослые. Отсюда мы их будем долго закидывать. Дальше. Нас еще просто не закинули в этом прикол. Кроме передислокации, что-то еще делаешь? Пока нет. Артур? Давай тоже подальше отойду. Все такие... Группируемся. Тильд? Так, я стою... Окей, допустим, я группируюсь вместе со всеми своими. И... Короче, смотри. Аккорды боя при произнесении боя учит растишь. Я не помню, я тебя спрашивал, могу ли я забитбоксить вместо того, чтобы произносить? Да, да. Типа... Я могу битбоксить вообще, пока не будет следующий мой ход. Ну, так, где-нибудь в сторону. Ну да, хотя бы чуть-чуть. Чуть-чуть. Давай. Типа, я хочу поднять всем боевой дух и начинаю жестко битбоксить. Типа, ну что, ребята, настало время повеселиться, погнали. О, нет, он опять начал выхлопы свои пускать. Где здесь окно? У нас есть дырка. Ну, это не нам туда дорога. Хорошо. Что дает аккорд боя? Добавляется плюс N характеристики самым большим показателем на 4 хода. N равно что? Чему? Моя харизма. А у тебя сколько харизма? 13 харизма. 13 харизмы, запишите себе каждый плюс к самой большой харизме. Что? Да. Так, стоп, сколько добавляем? Я правильно понял? Плюс 13 к самой большой своей характеристике на 4 хода. О, нифига себе. Все, удачи на нашей стороне. 28 урона просто. Херак. Хорошо, что делает Миткол? Сейчас перед тобой два взрослых дяди и одна тетя. Тетя. Убегаю. А на сколько? На 4. Спасибо. Так, я не при делах использую. Выхожу из боя. Хорошо, куда идешь? Куда идешь? К нашим. Насвистывая так. Хорошо. Да, дальше. Надо не слушать, как тебе бухшу, да? Ну ты, да, тебя перебили, и ты можешь все, успокойся. К сожалению, тебя Дискорд глушил. Первый ходит не рыжий орк. Вот. Он юзает чужая тень. Вот. И прыгает на Клима. Вот. Неловко, да? Он сказал, неловко, я могу тоже связать это же. Против него. И мы просто схлопнем мир. В танце кружится. Сегодня в белом танце кружится. Хорошо. Дальше ходит Марака. Ее имя вы знаете. Она... Так... Чуть что заслоняемся Артуром. На нее сразу скажу, что ее вы атаковать не шибко можете до того, как не будут уничтожены двое оршей. Вот. Ее обнимет Артур и выведет из боя. Да. Она. Так, она юзает на себя баф, звериная лапа.
Вот, вы видите, как ее рука немножко оволосевает, и появляются небольшие когти. Вот, она хватает свой меч, достает, и подходит к вам. Она меня еще гнала за лапы. Вот, дальше. Рыжеусый. Что делает он? Он подбегает к ближайшему, это к Артуру. Вот, и бьет Артура сначала. Сколько ловкости у него? Ага. Ему надо пятеру выбить, не меньше. Девчонка его сейчас это самое порежет, черт. Вот было бы прикольно. Он выбивает. И бьет тебя на плюс N, это. Ага. На 27 урона. Вот, вот и два Артура. Следующий ходит Чита. Так. Видя весь этот вот кавардак с его другом, он влезает, получается, к этому третьему, да, вот третий его бил, Артура, и юзает защитную стойку. Что она делает? Этот плюс N телосложение на 4 хода. Это N это сейчас телосложение умноженное на 2. Это 7 у меня. Плюс 14. 21. У тебя 21 телосложение на 5 умножь. 105. Плюс 105. Хера. Телосложение. 105 плюс 75 хп, ну то есть 180 хп можно жрать. Бейте меня. А почему меня-то ударили тогда? Ну я не успел. Дальше ходит Клим. Спину ничего не упирается? Потому что чужая тень. Что чужая тень? Ну, на вот этого вот первого. Ты его не видишь. Лопнем. Ты его не видишь, ты не можешь его выбрать как цель. А, начинается это все. Давай, паровозик. Давай. На третьего тогда чужую тень. Все, паровозик. Погнали. Паровозик. Хорошо, следующий ходит Артур. Так. Ну, юзаю водяной хлыст. Угу. Юзаю его на третьего. И бьешь вот так. Ну, как? Я маленький, ты главное в голову целься. А там все цели или... Да, оно... Так. Там все еще цели. Еще двум целям. Да, то есть там не сказано, союзник или враг. То есть всем и Климу попадет. А, обойти можно. Не, ну я же как, прямо бью вот на третьего. Но мы можем прокинуть. И первого может задеть. И Клима тоже. Я маленький, я прихожу. Это вода, она повсюду. Ну, так он может прокинуть ловкость и посмотреть, попадет по нему или нет. Ладно. Да, можно, кстати, прокинуть. Сколько у тебя ловкости? Ловкость 7. 7, то есть 8 тебе надо выбить. Угу. Выбиваешь. Молодец. По третьему попадаешь. Да. Давай, чтобы не попасть, теперь попробуем по Климу. Клим, сколько у тебя ловкости? Да хера. 5, плюс 5, плюс 4, плюс 13. Можешь не проверять даже. Ладно, не попадай там по тебе. А мне сейчас невозможно попасть. И плюс тоже 7 надо тебе выбить. Не выбиваешь. В первую ты не попадаешь. То есть в третьего сколько урона? Так, урон. Так, 9 плюс 13. 22, да? А хлыст что там? И на 2 умножается. 44. 44. Да. Дальше ходит... Нет, конечно. Дальше ходит Тильт. По битбоксилу хватит. Могу убежать за стол, вот. Надо было ходить раньше. А, подождите, стойте, у меня вопрос. Мы только вспомнили, что мы не дети, да? Да, ну вы дети все еще. Тогда скиллы защитная у вас... стойка отменяется. Угу. Я забыл, и оно выше висит, я не увидела. Ну, раз, значит, сильно. Ты просто прошлась.
к третьему. А я просто потом... прошлась. Ну, все равно у меня больше хп, чем у Артура, поэтому постоим. Бейте меня все равно. Тиль, что ты делаешь? Я думаю, либо отвлечь их на себя опять. Да, можно у нас кто-то танчить будет, пожалуйста, один? Ну, плюс я должна смотреть, сколько у кого там интеллекта. Просто я скоро отъеду вторым ударом. Если второй удар такой же будет, я просто не боюсь огребать. Опять-таки, ГМ, если у них интеллект 5, то они на меня должны огреться. У тебя пассивка? Нет, у меня мой этот, серьга. А, ой, нет, ну и она как пассивка действует, да? Ну да. Интеллект 5, камушки. Говоришь? Нет. Ну, 5. Ни у кого ни из них нет. Я все равно стою впереди, впереди Артура. Не впереди, а сбоку. Вот. Ну, там. Угу. Тиль, что ты делаешь? Я агрюсь на них всех. Я думаю, отвлечь их всех на себя своим очередным зачиткой. Но я уверен, они разозлятся на меня, потому что я буду рефумать на глаголы. Я начинаю такой, типа, теперь вы трое нам враги, но нам пора остановиться. Все большие дураки, мне захотелось этим поделиться. Вам нас не одолеть, но нам пора поторопиться. Давайте в бой все на меня, мне уже не отступиться. И принимай боевую стойку. Браво. Они, покачивая голыми по твой рэпчик... Что ты делал в итоге? Я использовал плохой певец. И я такого, мне надо кинуть на попадание. Ну, он отвлекает всех врагов на себя, кроме нежити. Да. И они не могут читать заклинаний. Понял. Сколько ловкости? 6. Ну, то есть надо 8, да? Нет. Угу. Да. Нет. 4 до 10, и там еще 5, 9. Подтормаживает сервер немножко, подождите. Ну, попало, получилось. Да, да, они все отвлекаются на тебя, поворачиваются просто. Даже кто за Климом. Тогда за него закинь. Не, он поворачивается, они не идут на месте еще, но мидкол следующий. Так, ну я наношу x2 урона, 20-м. Ближайшему. Сколько у тебя? Не забудь ну, еще про баф характеристики. Ловкость. Можешь не считать, 25. 25, все с тобой ясно. Хорошо, давай. Сколько урона наносишь? 20-ку. Ближайшему это получается второму. Да, мальчики все разбежались. 20-ка? Это ты уже умножил на 2? Да. Угу. Второму 20-ка... Я буду озвучивать, чтобы так проще было. У него 75... Это же женщина, ее нельзя пока бить. Ну все. Артура уже начали, она не вступилась. Все, бьем. Я озвучиваю вслух. У нее 75 хп, минус 20, 55. Так ты справа от нее писал, легче было. Да, мне, я на бумажечке. Здесь вот это вот вытаскивается. А у остальных поскольку? У первого 51, у второго, у третьего 95. Что-то я ему снес 44. Это у первого. У первого 51. Ты первого убил. А, подожди, наоборот. Ты третьего убил. Наоборот. Ты третьего бил, сорян. Я третьего бил. 51 у него. У третьего. У Рыжеусова. Дальше ходят они. Ау. А, да, сейчас мы будем проверять на кубик. Меня бейте, меня бейте. А, хотя нет, третий не сможет. А, они не тебя не бьют, меня. Они пытаются все время ударить тильта. Стоя у меня за спиной? Первый передвигается вот сюда. Ага. И он теперь в поле твоего зрения. Он делает... Тихо. Он делает, сейчас скажу, что. Первый у нас делает... Так, плюс N урона. У него плюс N урона, если в руке кинжал после удара всегда оказывается за спиной. N ловкость x2. У него сначала он пытается по тебе попасть, во-первых. У него 10 ловкости, ему пятеру надо выбить минимум. Он проходит это. А проходит что? Сила 8, плюс N урона, ловкость 2, x2. Ловкость у него 10, 20. 28 урона по тебе. Тильт. Oh, а еще подождите, такой вопрос технический, скорее вот
Артём говорил, что почти его добили. Так у нас же еще есть броня у всех, плюс-минус, от телосложения. Так ее сначала отнимайте. Да, ее, естественно, сначала отнимать надо. И тогда живее будете. Броня, броню я не посчитал. А, ну да, броню считай. Это в броню сначала. Телосложение умножай на 5. Телосложение на 5, да? Да. Да. Ты броню-то считай. У меня ее 105 в целом. А, тогда... С броней. Подожди, у тебя остался первый уровень персонаж? Так да. Сказано было, всех на первый уровень. Да-да-да, всем на первый. Откуда ты так много всего просто, я думаю? Все, плюшки, реально манчкин сила. Вещи? Он же манчкинизм нам занимается. Да, понимаю, о чем вы. Да-да-да. Что 5 хп у вора, все нормально. Да-да-да. Нормально. Вот кому танчить. Не, подожди, он тебе наносит не 20, сколько я сказал, 28? Не 28. Да. У него ловкости на самом-то деле 11. А силы у него 10. То есть 22 плюс 10, 32 урона он тебе наносит. По броне. Хорошо. Для начала, ну а там отнимай. Готовь гаечный ключ. У меня только броня. Так, дальше третий. Так, 90... Или подожди, второй. 31 урона? Это второй был, да? А, да, нет, это все еще первый был. Первый был, да. Сейчас второй, Марака. Марака... так, у нее теперь силы x2 на два хода, потому что баф она себе проюзала. Так, она... ну ладно, хорошо. Так, и что она делает? Она наносит себе... тебе, точнее, атаку. Так, при атаке из вашей руки выпрыгивает змея и кусает врага, наносит единоразово n урона. Она, кроме того, что сама бьет от силы 9, и у нее от силы x2 это 18, плюс n урона ваша сила еще 9. Это 27 урона наносит тебе. Еще 27 урона, окей. Третий. Еще не все. Сколько у тебя осталось? Сколько у тебя осталось? Сейчас, подожди, 99 минут, я плохо считаю. Свои-то посчитай. Математика не наш конёк. Вообще ничей. Я не отличаю лево от права. Так, 72 у меня хп. 72 хп осталось, ладно. А, третий, минуя Артура, подходит тебе сбоку тоже. И меня перемещай. А ты за третьим, да, точно. Да-да-да. Паровозик? Да. А этот же у тебя за спиной в итоге оказался. Он уже ушел, да. А, третий наносит мощный удар. А, это плюс n урона, ваша сила. Он, во-первых, наносит тебе... А мы проверяли вообще попадание их всех? Только одного, мне кажется, проверили попадание. Да. Вот, давайте второго проверим попадание. Ему надо 5 тоже выбить. А вторая... Вторая не попала. Убирай урон. 99. Да. И третий... Выдохни, выдохни. И третий... И третий тоже не попал. Все. По тебе. Я еще вернулся. Все. Ходит... Что? Минутку внимания. Я хочу предупредить, что у меня осталась огненная дробь. То есть водяной хлыст я сейчас пока использовать не могу в этом ходу. А осталась огненная дробь. Она действует по площади. То есть лучше бы вам отойти подальше. Ты можешь просто магией ударить, грубо говоря, с посоха. Врагов задел. Но можно пробовать отойти, у меня сейчас ну, есть идея. Если я попаду. Ходит Чита. Чита наконец-то берет свое забытое давным-давно копье. И метает его во вторую, в Мараку, пытаясь пригвоздить. Далеко лететь, но допустим. Сколько ловкости? Ну да. 8. Угу. То есть надо 7 выбить. Выбила. Да. Ты по ней попадаешь? Да, и откатываюсь, так скажем, назад. Ты откатываешься назад? Или она? Ну, чуть-чуть под... Нет, я чуть-чуть подальше как бы отхожу. Раз у нас тут заявочка на урон по площади. На ОЕ. Да, только я бирюзовая. Да, бирюзовая. Сорян. Тогда ты сюда отходишь, а она... Ну, по траектории... Она собой... Так, погоди, ты меня подвинул, да? Да? Да. Да? Да. Опять. Ты какого цвета вообще? Бирюзовая. Бирюзовая. Так, ты попадаешься под... Ага, ну понятно, да. Ты отходишь назад,
кидаешь в нее, и она попадает в мидкола. Ну, скорее, не то чтобы, ну... Ну, по траектории, вот, ровная линия. Ну, ладно, окей. Так как мидкол является хоть и мягкой, низкой, но преградой, естественно, Марака оглушается. Но и мидкола отбрасывает и минус... Давай посмотрим на ловкость твою. Много, да, у тебя ловкость? Да. Сейчас можно не проверять ловкачей. А, ну, нет, я его проверю все равно. Ну, он ж маленький все-таки. Сколько у тебя ловкости сейчас? 25. 25, это дофига. Но мы сделаем так. Если тебе выпадет один или два... Погнали, Жень, ни слова больше, погнали. Если единица, даже я согласен. Один или два тебе выпадает, короче. Ты единица, че два? А тут два. Единица. Почему единица? Обоснуйте, почему? Критическая неудача. Но это и так будет в любом случае критической неудачей, да? А тут, ну, хотя бы двоечка, чтобы хоть какой-то сравнять шанс с его 25 ловкости. То есть против нас три, блин, взрослых, мы дети. А вы пятеро детей. Маленький шанс у двойки, но смотри, давай, если выпадает единица, ты теряешь половину хп. Если выпадает двойка, ты теряешь 5 хп. А там не такое сильное копье. Потерять половину хп. Ты был близок. Хорошо. Оглушается на один ход Марака. Дальше ходит Клим. Так. Сначала, блин, если хотите отойти, а потом действие скилла. Угу. А кто по цвету будет юзать этот самый АОЕшку? Фиолетовый. Чтобы понимать траекторию. Фиолетовый. Я. А, так я, получается, не в зоне действия. Ну, нет, зеленый. Она вот так где-то. В зоне действия. Зеленый и синий. Или ты собираешься вот сюда юзать? Ну, на троих врагов. Тогда зеленый больше. Но ну, синего может задеть. Ну, может и не задеть, не знаю. Посмотрим. Ну, я... с ловкостью плюс 300 там. Там вообще есть смысл? Я сдвигаюсь ближе к нему, да, чтобы уменьшить даже и тот маленький шанс, да. Так, боевых навыков у меня нет, поэтому просто кинжалами. Кинжалы у нас сейчас... А сколько у тебя ловкости? Много, 27 единиц. Окей. Сейчас. Так что проверять попадание можно не проверять. Я всегда попаду. Даже если чувак будет в другой комнате, я все равно попаду. Я понял. Что ты юзаешь? Как ты? Сколько урона? Этот самый. Помнишь, мы там придумывали навык на смену кинжалов? Я его тоже вспомнил? Да. Да, что-то. Так, тогда у меня эти самые два кинжала. Кинжал вечных мук плюс 2 урона каждый ход после удара до конца боя определенной цели. А только одна цель не действует на недышащих, но у нас тут все дышащие. Это один кинжал. А второй кинжал первый удар плюс 2. Сколько? И, собственно, у меня силы... От силы что-то считается, да? 6 единиц силы. И чуваку, соответственно, по 2 тика урона и плюс 2. К общей сумме урона. Итого? 6, 8, 10 первый удар и по 2 каждый ход. Минус 10, это у него 41. И сразу, так как по 2 каждый удар, сейчас сразу минус 2, это 39. И на следующий ход опять 30, ну, по 2, минус 2. Угу. Все, дальше, тильт. А, не, Артур.